Терпение и спокойствие – вот главные качества настоящего стрелка, по мнению Дмитрия Орлова. Он приехал к нам из Казахстана и здесь уже успел побить свой рекорд. У меня был 261 вроде, сегодня я 275 стрельнул. Стрельба из лука для парня пока что всего лишь хобби. И все же успех есть. Не так давно Дмитрий получил звание кандидата в мастера спорта. На вопрос, что сложнее всего в этом занятии, он отвечает. Сложно перебороть себя, когда мы... Нужно эмоциями быть спокойным. То есть... не предаваться эмоциям, а так по технике мы идем спокойно и медленными шажками, чтобы все было просто и все осваиваем. Следующая цель Дмитрия – стать мастером спорта. А вот кто-то уже достиг и этого титула. Это атлеты Белорусской Федерации стрельбы из лука. Они приезжают сюда в седьмой раз. В этом году в составе 18 человек. В прошлом году выполнил норматив мастера спорта международного класса спортсмена. И мы привезли всю нашу национальную команду, плюс подрастающую нашу молодежь, для того, чтобы их обкатывать. И они смотрели, на какие результаты надо равняться, и также стремились к этим результатам. Среди участников соревнований из России есть и орловские спортсмены. Наш регион здесь представляют 30 человек. Стреляют как из классического, так и из бочного луков. Классическая дистанция между спортсменами и мишенью 18 метров. А за меткостью стрельбы организаторы пригласили понаблюдать орловчан вместе с родными. Ведь состязания проходили в рамках всероссийского проекта «Всей семьей». Длился турнир 4 дня. По итогам состязаний победителями в разных категориях стали спортсмены из Белоруссии, России и Забайкалья. Елизавета Юкович, Ирина Титова, Валентин Худокормов, телеканал «Первый областной».